бесконечное притяжение. Я, если только могла, все тебе отдала. Целый мир, жаль, что я не гений. Целься в сердце, я безоружна. Быть с тобою, все, что мне нужно. Это чувство, как наваждение, притяжение. Целься в сердце, только не мимо. Я хочу быть с тобою. Тебе не молчи, если хочешь, кричи. Я приму все без сожаления. Ты все, что есть у меня. Ваша кожа требует молодости, красоты. Передовые инновационные технологии для создания идеальной кожи. Атоми Абсолют стал результатом многолетних исследований и комбинации четырех передовых технологий Атоми и двух инновационных прорывов. Абсолютная формула из высокофункциональных питательных компонентов возвращает живительную энергию кожи и останавливает время. Формула Cell Active. Технология, быстро и точно доставляющая абсолютную формулу. Технология Cell Active. Не просто антивозрастная технология, а омолаживающая технология для раскрытия естественного потенциала кожи. Пришло время воплотить в жизнь вашу мечту, увидеть ее перед собой и прикоснуться. Наши инновационные технологии превзойдут ваши ожидания. Вы мечтаете? Мы создаем. Абсолют Cell Active Тоник. Абсолют Cell Active Ампула. Абсолют Cell Active Сыворотка. Абсолют Cell Active Лосьон. Абсолют Cell Active крем для кожи вокруг глаз. Абсолют Cell Active питательный крем. Высокие технологии 21 века поворачивают время вспять. Атоми Абсолют Cell Active. Уход за кожей. Здравствуйте. Я рада приветствовать вас на нашем Айбер 2. Меня зовут Наталья Козина. Я мастер продаж компании Атоми, команды Балхай. Сегодня я буду вас сопровождать на протяжении ACC 2. Хотела бы сказать несколько слов, почему я в Атоми. Здесь я уже третий год. Конечно, в первую очередь я пришла на продукт. Это очень высокое качество. Это весь продукт рабочий и очень доступная цена. Все, чем я пользуюсь здесь, это превосходит все мои ожидания. Вторым моментом является то, что это глобальный интернет-магазин. И здесь собраны все глобальные ресурсы, и Атоми – это центр логистики, через который мы можем получать товар. На сегодняшний день это и Атоми Рус, это и сайт Кореи, это сайт Атоми Глобал. И мы уже все это можем получать для себя. Еще немаловажно то, что у компании есть такой девиз – заботиться о душе, создавать видение, следовать вере и служить в смирении. Это подкупает. Это делает вашу душу чистой, потому что здесь нет никаких ежемесячных закупок. Здесь не надо никого, в первую очередь себя, принуждать к покупке, потому что вы делаете покупку только тогда, когда в этом есть необходимость. И для других мы даем информацию, что есть компания Атоми, что есть потрясающий продукт, премиум-класса по очень доступной цене. Здесь единый сервер. То есть в любой стране, где бы ни были ваши
покупатели, партнеры. Это все единое. И вы можете на сегодняшний день уже строить эту потрясающую сеть, где бинарная система и бинар необрезной. Здесь мы можем получить ту надежду, ту возможность для себя. Это и здоровье, это и развитие, это и достойное вознаграждение. Поэтому я очень рада, что я здесь и приглашаю вас побольше узнать о компании и, конечно, присоединиться. Во время нашего путешествия мы будем знакомиться с продукцией Атоми, с экспертными мнениями, с компанией и ее возможностями. Каждую неделю во вторник на протяжении ABR-2 будет выходить по часовому видео 14 часов по московскому времени и доступен будет до 11 часов следующего дня. На следующий день будет проведен опрос по темам прошедшего семинара. По итогу среди правильно ответивших участников будет разыгран подарок Атоми. Далее с четверга вновь откроется доступ к видео для повторного просмотра. Обратите внимание, во время просмотра семинара на вашем экране будет появляться текст с просьбой сделать фотоподтверждение присутствия на семинаре. Не пропустите. Итак, мы начинаем наш ICC-2. Начинаем с легендарного набора Absolute Selective Skin Care, коронованного тремя наградами Чанг Юн Силя, НЕП и наивысшей наградой короля Сиджонга. Кстати, впервые эта награда была вручена косметической индустрии. И очень гордимся тем, что именно наша компания сделала это возможным. И сам председатель Атоми Пак Хан Гиль покажет весь процесс нанесения Атоми Абсолют Скин Кэр, а также другие средства. Атоми에 보물 같은 제품이 있습니다. 바로 Absolute Selective Skin Care Set입니다. 이번에 강영실상을 받았습니다. 우리 화장품 업계 최고의 과학상을 받았다 하는 그런 자부심을 느끼게 합니다. 가장 핵심적인 기술은 주름을 개선하고 미백작용을 하고 이런 어떤 구체적인 기능을 가진 물질이 여기에 포함이 되어 있습니다. 그런데 이거를 잘 전달해주는 기술, 이것이 가장 핵심적인 기술입니다. 이 제품을 제가 아침마다 어떻게 쓰는지에 대해서 실질적으로 시연을 하도록 하겠습니다. 안경 벗는 모습 공개합니다. 안경 벗는 것도 멋있게 벗어야지. 아, 멋있는 회장님이니까. 제안 후에 맨 먼저 사용하는 거 토너입니다. 충분하게 손바닥에 짜서 우리 앱솔루트 앰플 정말 보배 중에서도 정말 블루 다이아몬드 같은 그런 제품입니다. 나중에 늙으면은 귀가 막 찌그러져 있으면 보기가 싫거든요. 그러니까 화장을 하면서 만져주시고 이렇게 하면은 귀 모양도 예쁘게 그렇게 보존이 되고 또 건강에도 좋다고 합니다. 그래서 귀에다가 이렇게 잘 이렇게 발라주시고 세럼 둘 이마에 주름이 있으면은요 이렇게 좀 편다고 생각하시고 아이크림이 있습니다. 눈가 주름이 생길 수 있으니까 눈 쪽에 신경을 써서 이렇게 발라주시고요. 아이크림이 다 마르기 전에 BB크림을 적당량을 짜서 이 정도 이런 정도를 짜서 문지르고 온 얼굴에 그냥 발라줍니다. 이렇게 처음 바르면은 좀 하얗게 뜹니다. 이거를 좀 잘 처리를 해주는 게 필요합니다. 그래서 지금 아침에 이제 샤워를 하고 몸을 닦고 나면 약간 젖어있는 수건에다가 손을 싹싹 문질러서 닦습니다. 그러면 물론 이렇게 BB크림이 묻어나는데 괜찮아요. 이거 이제 세탁할 때 그냥 평소에 세탁하는 대로 세탁하면은 깨끗하게 다 빨립니다. 그래서 손을 이렇게 닦아준 다음에
깎인 손으로 다시 문질러줍니다. 다시 이렇게 문질러서 적당한 톤이 나옵니다. 어느 순간에. 그러면서 이게 아이크림하고 비비크림이 잘 믹스가 되면서 백태가 나지 않고 잘 번졌다 하는 순간까지 이렇게 문질러 줍니다. 혹시 야외에 좀 나가야 되겠다 싶을 때는 이 위에다가 선크림, 우리 이제 앱솔루트 에센스 선 이거를 한 번 더 덧발라 줍니다. 이 크림도 자연스럽게 발리도록 하기 위해서 온 손에다가 묻혀서 그냥 이렇게 덧발라 줍니다. 예, 여기까지가 이제 아침에 피부 관리를 하는 그런 모습입니다. 밤에는 이 뉴트리션 크림, 영양 크림을 덧발라 줍니다. 조금 풍성하게 뗀 다음에 손바닥에 문질러고 그냥 이렇게 문질러 주는 겁니다. 몸에도 바르고 다리에까지도 이렇게 다 바르고 손바닥에 남아 있던 것들을 다 이렇게 활용을 합니다. 마지막으로 이제 또 발라주는 것이 바로 이 로션입니다. 두세 번 정도 펌핑을 해서 이것도 좀 풍성하게 두툼하게 밤새 피부에 수분 저지막을 만들어준다, 수분을 듬뿍 공급해준다 이런 생각을 가지고 피부가 마르지 않도록 풍성하게 이렇게 발라주는 겁니다. 이렇게 사용을 하시면 될 것 같습니다. 많은 분들에게 희망과 생명의 빛을 전하는 애터미가 아닌가 생각합니다. 빛뿐만이 아니고 우리 제품에서는 정말 아름다운 향기가 솔솔 뿜어져 나옵니다. 사랑의 향기를 뿜어주는 우리 애터미 앱솔루트 화장품, 정말 마음을 쏙 빼가는 이 화장품 정말 너무 좋습니다. В этом году вышла у Atomy потрясающая линейка декоративной косметики под названием Аделика. От слов Atomy и деликатный. Представитель Atomy России Антонио Шин сегодня познакомит нас со всей линейкой ближе. Смотрим и не забудьте делать скриншот. Здравствуйте, дорогие участники! Сегодня я вам расскажу про наш новый бренд под названием Аделика. Многие из вас уже познакомились с продуктами и брендом Аделика, а многие из вас сегодня только узнают, что это такое. Бренд Аделика – это новый бренд декоративной косметики от компании Atomy. На нем нету нигде логотипа или упоминания о компании Atomy, и вместе с тем это неотделимая часть компании Atomy. И, соответственно, этот бренд будет представлен только в нашем интернет-магазине, в глобальной сети. Естественно, поскольку продукт вышел буквально на днях, его можно сейчас приобрести только на корейском сайте, но уже сегодня для тех пользователей, которые совершают покупки в Корее, я расскажу, что это такое, как этим пользоваться и чем оно отличается от того, что у нас было до этого. Как вы знаете, до этого на корейском сайте Atomy было представлено довольно большое множество предметов декоративной косметики, включая такие предметы, как кисти для макияжа и так далее. Линия Аделика полностью заменит все существующие продукты декоративного направления, то есть то, что сейчас уже есть, оно будет снято с производства, и альтернативно появится все под брендом Аделика. Аделика прежде всего связана с тем, что компания Atomy на сегодняшний день стала по-настоящему глобальной, ввиду того, что к нам присоединилась европейская часть мира, до этого это была только Россия, сейчас это Турция, как вы знаете, готовится к развитию Великобритания, а также другие европейские страны. В чем заключается европейская составляющая? До этого вся палитра компании Atomy была сугубо корейская, восточная. Все было подвержено восточному типу красоты. То есть все оттенки губных помад, продуктов для подчеркивания красоты глаз и так далее, все было именно из стандартов Востока. Сейчас, поскольку компания стала на самом деле интернациональной, вся палитра была пересмотрена, чтобы это подходило действительно всем видам человеческих рас, чтобы это было комплементарно женщине с темным и светлым и с другим оттенком кожи.
Сегодня на корейском сайте, помимо того, что продукты представлены отдельными линиями, существуют и сеты. Есть три сета, сегодня я расскажу вам только об одном из них. Он называется базовый, он называется Intelligent Brown, то есть это интеллигентно-коричневый. Почему коричневый? Потому что это то, что будет подчеркивать вашу естественную красоту, а не выделять или делать ваш макияж на претензию. Потому что, конечно же, наши в жизни появляются какие-то особые случаи, когда хочется выглядеть по-особенному, но все-таки нам нужен дневной макияж вам. И я вам расскажу о четырех палетках, так сказать, не все они палетки, но я их назову таким образом, а также карандаши для бровей, подводку или маркером, туши и губной помаде. Итак, я начну, пожалуй, с теней для глаз, то есть мы пройдем с вами весь процесс получения. Когда вы получаете, оно приходит в таком небольшом виде, и вы достаете новый кейс, новая эра для компании Atomy, в котором вы можете найти палетку из четырех цветов. Это базовый бежевый, шиммерный оттенок золота и оттенки бежевого и близкие к коричневому. Здесь также есть два спонжика, которые помогут вам наносить эти продукты в процессе дня, или если вы хотите освежить или подправить макияж, но также все-таки рекомендуется использовать более удобные кисти, которые также представлены в линии Adelique. Продукты будут подчеркивать и делать глубину глаз без добавления какой-то претензии на вечер или особый случай, а просто придавать такое, так скажем, выделение, создание глубины, объема. Следующий продукт, который есть в сете интеллигентно-коричневый, это бронзер. Бронзер — это как раз тот самый продукт, который будет делать скульптурирование вашего лица. Он точно так же приходит в коробочке и кейсе. Как вы видите, здесь также есть три оттенка, которыми вы выделяете более светлые и темные части. То есть то, что выступает вперед, это ребро носа, скуловая часть и подбородок. Люди обычно там нужно наносить более светлые части, то, что идет больше к краям, там наносят более темные части. Он точно так же будет прекрасно подходить к первой палетке, потому что вы видите то, что все оттенки, они на самом деле природные, и они все встречаются в реальной жизни, поэтому их комплементарность друг с другом, она не то, что очевидна, она то, что есть гармонично. Здесь также имеется щеточка для нанесения, для того, чтобы вы могли подправлять свой макияж в течение дня. Следующее – это румяна. Румяна и тени для глаз будут существовать и в других цветах, а бронзер и хайлайтер, которые я вам покажу чуть позже, они будут существовать из набора в набор только в единственном оттенке. Итак, румяна будут иметь такой приятный персиковый оттенок, он точно также находится в красивом кейсе. Кейс защищен защитной пленкой, которую вы будете снимать после получения, а также зеркальце тоже находится в защитном покрытие. Здесь также имеется щеточка для нанесения и такой приятный, немножко шиммерный. Шиммерный, если кто-то не знает, это блестящий эффект, когда добавляется небольшое количество блесток, но это не такие какие-то супер нарядные или какие-то костюмированные театральные блестки, а это такие скромные, которые как раз и дают вот это вот отражение и преломление естественного света. Он точно так же, как вы видите, очень гармонично сочетается с предыдущими палетками. Да, это все три разных продукта, но для того, чтобы получить именно гармоничный макияж, который будет выглядеть максимально естественно, все оттенки должны сочетаться между собой. И гвоздь, наверное, линии вообще Adelique – это хайлайтер. Этот продукт точно будет регистрироваться и появится в один день на российском сайте. Пожалуйста, обращаю ваше внимание, что линия появилась в Корее совсем недавно, соответственно, для того, чтобы она появилась в зарубежных рынках, это требует процесс регистрации, производства и доставки, то есть это минимум от 4 до 6 месяцев для появления продукта непосредственно у нас. Сейчас мы делаем непосредственно обзор, что такое Adelique, как это выглядит, и если вы это чтобы вы не покупали это со слов или с картинок, мы делаем этот подробный обзор. Итак, это потрясающий
хайлайтер, который дает как раз сияние вашему лицу. Его наносят на ребро носа и на скуловую часть, чтобы придать именно то сияние, когда ваше лицо выглядит максимально свежим, отдохнувшим, и чтобы вы действительно выглядели на протяжении дня естественно красивыми. Потому что вот как раз если кожа здоровая, она сияет, и будет она сиять именно благодаря хайлайтеру. Соответственно, вся линия Аделики разделена на подсеты. Естественно, вас никто не ограничивает, и вы можете объединять продукты так, как хотите вы. Но именно для гармоничного дневного макияжа компания Atomy предлагает вам именно собрать базовый набор, исходя из этого. Итак, это что касается лица и непосредственно кожи. Дальше мы перейдем к одному из бестселлеров российского рынка. Ну, точнее, у нас продается в старом виде, но это уже обновленная Аделика, тушь для объема. Она отличается тем непосредственно щеточкой. Посмотрите, какая упаковка. То есть она теперь белая, не стальная. И здесь как раз будет щеточка спиралевидная, которая будет непосредственно создавать эффект объема именно путем завивания при нанесении продукта на ресницы. Сразу хочу обратить ваше внимание, что очень многие любят именно корейскую тушь, потому что она снимается как чулочек, как сказал один из наших участников, при помощи теплой воды. Эта тушь будет сниматься абсолютно идентичным способом. Тушь также будет представлена не только в черном цвете, но и в коричневых оттенках. Дальше мы переходим к карандашу для глаз, который стал намного лучше, чем его предыдущая версия, потому что он стал чуть-чуть мягче. То есть они не должны быть супер мягкими, чтобы вы могли нарисовать максимально реалистичные волоски, которые имитируют которые будут имитировать рост волос. То есть вот этой вот частью вы наносите продукт, вы можете его наносить просто как растушевывая, или же, если вам это необходимо, вы можете нарисовать несколько полосочек, если вам захочется. Также здесь будет щеточка, которая будет приводить форму ваших ресниц, бровей, прошу прощения, в порядок. Все имеет белые лаковые кейсы, то есть белый – это практически цвет Atomy. Линия Аделика в этом смысле будет перекликаться с ее другой родственной линией, линией Абсолют. Как вы знаете, линия Абсолют – это тоже под бренд компании Atomy, которая также сочетает в себе белый и золотой цвет. Дальше мы перейдем, так сказать, к маркеру, который будет подчеркивать ваши глаза. Этот продукт будет находиться вот в таком небольшом карандаше. Продукт уникален тем, что он очень стойкий, то есть когда вы его будете наносить вдоль слизистой глаза, рисовать себе стрелку, подводку или что угодно, на самом деле нету сейчас жестких правил, как нужно использовать продукт, вы сможете очень просто это сделать благодаря этому продукту. И будьте аккуратны, его стирать не так просто, поскольку все продукты для глаз должны быть стойкими, потому что может быть элементарная слезливость глаз или какие-то другие обстоятельства, при которых это все может потечь и будет выглядеть не очень хорошо. При помощи мицеллярной воды или продуктов для умывания он будет удаляться очень легко, но при помощи простой салфетки или пальца он будет только терять сочность цвета, но не уходить с лица. И я считаю, что это следующий продукт просто сенсация. Это губная помада. Именно к этому сету предполагается красная. Но она не типично красная, и это не простая губная помада. Если мы привыкли, что до этого губная помада – это такой ярко выраженный цвет, который будет именно вот вам создавать цвет, который нужно его поправлять в течение дня, потому что это прикосновение к чашке или к другим предметам будет требовать постоянного контроля того, как оно выглядит на вашем лице и на ваших губах. Этот продукт очень похож на некий уходовый, я бы уже сказал, потому что он имеет такой немножко гелевый и такой прозрачный эффект, и он будет именно создавать эффект спелых, свежих губ, которые точно так же будут сиять. Конечно же, здесь также имеются полезные масла, которые увлажняют ваши губы, чтобы пигмент ни в коем случае не пересушал ваши губы. И если кто-то из вас является ярым фанатом бальзама для губ от Atomy, как вы видите, он имеет такой розовый оттенок, и те, кто пользуется, они знают, что этот розовый оттенок, он часто
создает эффект розового оттенка на губах. Так вот, это будет красный. То есть это будет красный не какой-то там спелый красный или вот этот кинематографический красный. Это будет как раз повседневный, уместный красный, который вы можете носить этот цвет и в офис, и на встречу с своими друзьями, и вы будете выглядеть абсолютно уместно даже в самое раннее время суток. Что ж, подводя итог, линия Adelica действительно радует своим новым подходом, так как это не типичные продукты, которые до этого были на сайте. Все продукты декоративной косметики теперь будут выходить под брендом Adelica. Сегодня мы с вами рассмотрели только один из видов. То, что сейчас есть на корейском сайте, это не последняя комплектация и не последний выбор, который мы можем найти на сегодняшний день. Конечно же, эта линия будет развиваться, мы будем видеть новые оттенки, новые продукты. Это очень большое стратегическое направление сейчас компании Atomy Korea. Также мы, как иностранный офис, будем покупать эти продукты, но не в таком широком ассортименте, так как наши клиенты больше предпочитают уходовые линии. Но то, что, условно говоря, очень востребовано, такие продукты, как тушь или хайлайтер, будут обязательно представлены в ближайшее время на нашем сайте. Спасибо, что были с нами. Всего доброго, до свидания. Потрясающе! Скорее покупать и быть еще прекраснее. У нас есть бьюти-гуру, мастер продаж Оксана Капкова. И сегодня она познакомит с еще одним инновационным набором Fame. В переводе с английского – слава. Мы приветствуем вас, дорогие друзья, на планете Atomy. Сегодня мы продолжаем рассказывать о продукции компании Atomy. На очереди набор Fame. Fame переводится как «известный». Fame пришел на смену скинке шестиступенчатой системе Atomy, которая 10 лет с успехом держала первые позиции продаж нашей компании. Но современные технологии не стоят на месте. И на смену шестиступенчатой системе пришел Fame. Обратите внимание, здесь уже 5 компонентов, здесь отсутствует BB-крем. Но здесь использованы, с успехом использованы, также использованы 4 технологии компании Atomy. Как то? Технология высокой степени очистки, фреш-биотехнология, технология ферментации и мультикапсульная технология. Все 4 основных технологии здесь использованы. К тому же здесь добавлено совершенство. Усовершенствована существенность, усовершенствована система капсульной технологии и добавлены новые ингредиенты, которые обогатили этот набор и сделали его еще более эффективным в борьбе за нашу красоту. Итак, добавлены новые компоненты. 3 экстракта масел. Плюс к этому добавлены микроцерамиды. Набор Fame обогащен органовым маслом, маслом дерева ши, пантенолом, фитосквалам. Также здесь присутствует декспантенол. И завершает весь этот замечательный букет 4-этапное увлажнение гиалуроновой кислотой. Гиалуроновая кислота максимально глубоко увлажняет нашу кожу, дарит нам увлажнение и красоту. И как можно дольше сохраняет нашу красоту. Итак, давайте рассмотрим, из чего состоит набор Fame. Первый компонент – это тонер. Не забывайте, пожалуйста, перед тем, как вы начинаете пользоваться уходовой косметикой, тщательно очищайте свое лицо. Итак, тонер. Зачем нам нужен тонер? Что он дает нашей коже? Тонер – вещь очень полезная. Он подготавливает нашу кожу к уходу. Это эффективность, это интенсивное увлажнение кожи. Он наполняет влагой сухие участки кожи. Он содержит увлажняющие компоненты, которые успокаивают нашу кожу и готовят ее к максимальному впитыванию, быстрому впитыванию питательных компонентов, которые мы собираемся нанести на нее. Тонер наносится не на ватный диск, несколькими нажатиями, вот он такой, несколькими нажатиями вы наносите на руку и равномерно распределяете по лицу. Лицо
шея, грудь. Не забывайте, что лицо у женщины начинается с зоны декольте. После тонера мы используем крем для глаз. В креме для глаз используется технология HST. Она формирует защитную пленку на коже вокруг глаз. Эта защитная пленка помогает разгладить имеющиеся морщины и защититься от будущих. Посмотрите, какой большой объем крема. 40 мл. Как правило, когда уже заканчивается весь набор, остается всегда крем для глаз. Кстати, вы потом можете использовать его на лицо. Итак, после того, как мы поухаживали за прекрасными глазами, приходит очередь эссенции. Эссенция – эффективность и забота, и питание нашей кожи. Здесь использована система микродоставки. Она насыщает нашу кожу очень действенными компонентами, и эти компоненты глубоко проникают в кожу. Компоненты уменьшены при технологии гомогенизации. А эссенция нам нужна именно для упругости кожи. Обязательно нужно наносить ее на места, именно там, где чаще всего провисает кожа с возрастом. То есть это шея, овал лица. Самая действенная работа эссенции именно там. После того, как мы подтянули кожу, мы должны кожу увлажнить. Именно в той последовательности, в какую я вам рассказываю, так и используйте этот набор. Итак, настала очередь лосьона. Лосьон заботится прежде всего о влаге в нашей коже. Благодаря системе SMR мягкое ощущение скольжения именно будет по коже. После того, как вы воспользовались лосьоном, вы почувствуете именно гладкость кожи. И прекрасное совершенно чувство, когда кожа увлажнена. Если вы выполняете утренний уход и ваша кожа достаточно жирная, то на лосьоне можно закончить свой дневной уход. Если ваша кожа сухая, обязательно завершите еще уход пятым компонентом, питательным кремом. Естественно, если ваш уход вечерний, то все равно мы продолжаем обязательно после четвертого компонента, пятым компонентом, питательным кремом мы завершаем наш уход. Питательный уход, питательный крем придает эластичность нашей коже. Она более напитана, она становится увлажненной, она становится... Мы понимаем, что именно после использования питательного завершающего этапа наша кожа получила абсолютно все питательные компоненты, за ней произведен должный уход, и она ответит нам взаимностью, как-то красотой, свежестью, румянцем, эластичностью, подтянутостью. Все это отмечают женщины, которые используют наш набор и утром, и вечером. Знаете, этот набор, конечно, должен быть у каждой женщины в доме, стоять обязательно на туалетном столике, но если мы собираемся куда-то выехать, да, конечно же, в таком объеме, а объем здесь достаточно большой, нам неудобно будет перевозить его. И тут мы получили замечательный подарок от компании Atomy. Это набор Fame в дорожном варианте. Посмотрите, какая элегантная белая сумочка. Выдержана в стиле Atomy. Цвет белый, цвет чистоты. И в этом наборе мы получаем все 5 компонентов в миниатюрной версии. Это снова мы встречаем лосьон, здесь тонер, эссенция и 2 крема. Один питательный, другой для глаз. Я хочу сказать, что это очень экономичный набор. Вы можете взять его с собой в дорогу. У вас вся ваша продукция для красоты будет находиться в такой удобной, элегантной сумочке. Кстати, еще что-то можно еще сюда положить.
То есть это место не только для набора фейм. Вы можете взять с собой на отдых, вы можете поехать куда-нибудь с ним. Это очень удобно, это очень эффективно. Вы не будете приостанавливать свой ежедневный уход за кожей, и ваша кожа ответит вам взаимностью. Она скажет вам большущее спасибо. Еще хотелось бы сказать, что косметика Atomy производится по передовым технологиям, и она производится только из проверенного сырья. Набор фейм не имеет раздражителей в своем составе. Он протестирован в Германии в дерматесте, получил высший ранг качества, на нем стоит знак Excellent. Пользуйтесь набором фейм, пользуйтесь косметикой Atomy, и вы будете прекрасны. Пусть ваша кожа получает должный уход на уровне премиум качества. А на этом я хотела бы с вами прощаться. Будьте красивы, будьте прекрасны, а мы гордимся быть Atomy. Заботьтесь о красоте внешней, не забываем здоровье нашего организма. Одно из уязвимых мест – сухожилия и связки. В компании Atomy есть верный помощник – турмацин. О его действии, результатах после приема расскажет бриллиантовый мастер Лаура Дегай. Во время ее выступления необходимо будет сделать скриншот. Здравствуйте, меня зовут Лаура Дегай. И сегодня я хочу поделиться своим опытом использования препарата Турмацин, который я принимала уже три коробочки пропила. И хочу поделиться тем, что этот препарат очень сильно мне помог с моими суставами. Когда я подробнее, первый раз, когда я его взяла, купила, я не задумываясь, просто были боли в коленях, и я стала его принимать. И после одного месяца приема я почувствовала себя через 5 недель, вот 4 недели я принимала, а через неделю я почувствовала очень хорошее улучшение. У меня даже есть отзыв, который я раньше делала, кто хочет, может послушать его, когда я сбежала по лестнице. Вот. И когда я стала уже принимать второй курс, я уже как бы повнимательнее стала изучать состав. Этот препарат состоит вот из таких коричневых таблеточек и белых. Коричневые таблетки – это куркума. Куркума длинная. Вот. И когда я узнала, что куркума давно в Индии уже на протяжении тысяч лет используется в медицине и как приправа, и медицинские показания – это именно противосуставные, от противосуставных болей. И куркума она повышает наш иммунитет, делает наши суставы более крепкими, и более они сопротивляются внешним там, износу. И поэтому очень благотворно влияет на наш организм. А белые таблеточки – это селен и серосодержащее вещество. Так как в нашем организме тоже должны присутствовать разные микроэлементы, оказывается, при отсутствии серы и селена в нашем организме наши суставы разрушаются гораздо быстрее. И именно, видите, как они сделаны? Очень удобно. Утром принимаете 2 капсулы до еды или во время еды, а после обеда белые капсулы. И очень удобно сделано. Я вам просто рекомендую всем, у кого есть артроз, артрит, именно вот эти вот вещества, которые содержатся в этом препарате, они помогают именно бороться с болями, бороться с воспалительными процессами в наших суставах. А в этих коричневых таблеточках содержится еще порошок астрагала. Я очень как бы интересовалась этим порошком, а по растению астрагал, он вообще считается у друидов каким-то мистическим растением вечной жизни. И поэтому вот многие мои знакомые, которые после стали принимать его, отмечали, что
такие более суставы, вот, например, то, что пальцы вот скручиваются, не выпрямляются, они после одного приема, курса, у них наблюдалась очень хорошая динамика к выздоровлению. А если еще принимать его вместе с хемохимом, это дает еще более лучший результат, чем просто принимаете. Поэтому я вам всем рекомендую принимать этот препарат для того, чтобы сохранить свои суставы, свой опорно-двигательный аппарат в более здоровом виде. Это у молодых, если ничего не болит, но тоже для того, чтобы сохранить свои суставы в более таком хорошем состоянии, то принимать можно раз в год, я думаю, для профилактики. А таким, как я, например, у которых уже куча всяких заболеваний, я думаю, что курсами пропивать в течение года это просто будет хорошо для вашего здоровья. Будьте здоровы, принимайте прекрасные препараты компании Атоми. До свидания. Действительно, Турмацин давно зарекомендовал себя как оздоравливающее средство для наших суставов. И теперь пришло время практической части. Мастер продаж Виктория Гафарова поэтапно покажет, как зарегистрировать покупателя на Atomy Global, то есть тех покупателей, страны которых еще не открыты, но вскоре откроются, а строить структуру можно уже сейчас. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я мастер продаж компании Atomy. Вы все знаете, что бизнес в Atomy международный. На предрегистрации сейчас уже 25 стран. Что это значит? Это значит, что людей из этих стран вы уже сегодня можете регистрировать в свою структуру. Сделать это можно через Atomy Global. И сегодня я расскажу вам, как это сделать. Для этого в правом верхнем углу в вашем личном кабинете выберите вкладку «Регистрация». Вам нужно вот это вот третье окошко, называется «Global Membership Registration». Нажимаем кнопку «Join», это значит «Присоединиться», «Вступить». И перед вами появится окно регистрации. Для удобства вы можете сменить язык. В правом верхнем углу нажимаете на стрелочку, выбираете нужный вам язык. И через некоторое время страница практически полностью переведется на русский язык. Далее. Здесь в графе Select Region вам необходимо выбрать необходимый вам регион. Давайте выберем, например, Перу. И нажимаете «Да, у меня есть спонсор». Читайте внимательно информацию о регистрации. Если все понятно и согласны, то в конце ставите галочку напротив надписи «Я ознакомился с информацией выше». И далее жмем «Next». После этого вам необходимо согласиться с условиями пользовательского соглашения. Также ставим галочку, что вы ознакомились, и жмете «Next». Появилось окно для регистрации. Все, что отмечено звездочкой, вам нужно заполнить эти графы. Пишем «Молоденце», заполняем фамилию и имя. Соответственно, дату рождения вы отмечаете, номер телефона. Обязательно жмете кнопку «Подтвердить». И далее вы также должны ознакомиться с информацией и согласиться с ней, что Atomy может использовать предоставленную вами информацию и сопутствующие документы для верификации. Ставим галочку «Я согласен», что вводимая на сайте личная информация должна полностью соответствовать данным ваших документов. Это вы тоже должны согласиться. Потому что если введенная вами информация не соответствует действительности, у вас могут возникнуть проблемы с ведением бизнеса в Atomy. Обязательно вводите данные в точности, как в паспорте. Очень сложно будет потом их поменять. Вводите номер паспорта вашего нового партнера, прикрепляете лицевую и оборотную сторону паспорта.
это далее. Здесь еще одна страничка для регистрации появляется. Национальность по умолчанию сразу выставляется на латинице, так как вы раньше забивали. И сейчас вы полностью должны забить данные в точности, как в паспорте. Вот у нас допустим, так оставим. Так, пароль. Забиваете пароль. Пароль у нас у всех один, да, вы знаете об этом. Ну, гостевой пароль вы можете свой придумать, какой удобный вам. И забиваете электронную почту. Здесь вы можете поставить галочку, и тогда вам будут присылать новости о вашем личном. Это не обязательно. Также здесь же вы можете привязать свой учет на запись Google или Facebook, чтобы упростить процедуру входа на веб-сайт Атоми. Это по желанию. Да, вы можете привязывать, можете не привязывать. И далее ждем новости. Здесь вам нужно указать ID спонсора, под которого вы хотите подписать вашего новичка. Не обязательно все графы заполнять, достаточно указать ID спонсора. Компьютер автоматически не будет. Изначально, если у этого спонсора уже есть слева кто-то, то тогда вы будете помещены справа. Если же никого нет, то тогда ваш компьютер автоматически поместит слева. Нажимаем кнопку «Выбрать». Здесь вы можете выбрать ОЦ, к которому будет прикреплен ваш новичок. По умолчанию компьютер предлагает прикрепить его к образовательному центру, к которому вы сами прикреплены. Но также вы можете выбрать ОЦ, например, поближе к нему. Ну, условно говоря, давайте объясним, я тут все угодно. Но вам выберет все ОЦ, которые вы сейчас выбираете, соответственно, и прикрепляете. Ну, я оставлю пока ОЦ спонсор. И жмем далее Next. Поздравляю. У вас стало еще на одного партнера больше. Регистрируйте уже сейчас. Не ждите, когда откроется страна. А мы с Абатоми с каждым днем узнаем все больше и больше людей по всему миру. И зарегистрировать вашего нового партнера он уже сегодня может накапливать свои личные PV, совершая покупки с сайта. Все очень просто и доступно. Невероятная компания Атоми. Мы все восхищены ее продукцией и философией. Сейчас хочу пригласить к нам мастера продаж Елену Мэн. Она поделится с нами своим видением Атоми. Не забудьте сделать скриншот. Всех приветствую, меня зовут Елена Мэн. В компании Атоми я нахожусь в ранге мастера продаж. И сегодня хочу поделиться с вами видением Атоми. Что это, спросите вы? А это то, как Атоми относится к бизнесу, обществу и к жизни в целом. Компания невероятная, с такой, я уверена, вы еще не сталкивались. Она в себе соединяет все то, что составляет гармонию во всем ее проявлении. Во-первых, компания производит только качественную продукцию и выбирает одни из самых лучших заводов-партнеров. Так, к примеру, основная доля косметики производится на именитом заводе Colmar Korea. Производственная мощность и подход к разработке продуктов считается одним из самых лучших в мире. Также сотрудничает с французским Laboratories Bia. Это производитель органических, натуральных, гигиенических и косметических продуктов, которые могут быть сертифицированы EcoCert, NOP, USDA, Organic, Cosmos и RSPO. Это очень важные сертификаты, необходимые безопасным продуктам. На этом заводе произведена и наша
детская зубная паста Atomy, которая вошла в продажу совсем недавно. И она получила сертификат EcoCert Cosmos Organic и Cosmi Bio. Во-вторых, компания выбрала для себя именно ту форму бизнеса, которая позволяет ее покупателям, то есть нам, иметь достойный кэш. Поэтому, становясь партнером Atomy, мы можем выйти на достойный ежемесячный пассивный доход, выражающийся от тысяч до миллионов рублей. Здесь я хотела бы остановиться и обратить ваше внимание на то, что такой подход к своим потребителям становится популярным у многих бизнес-платформ. К примеру, всеми известные набирающие популярность интернет-магазины, кафе, банки, такси и прочие бизнесы запускают партнерские реферальные программы, где вы можете также присоединять к их платформе друзей, родственников и прочих людей. При этом вы получите взамен бонусы, то есть некие скидки, кэшбэки. Но Atomy возвращает кэш в виде реальных денег, которые выводятся на ваш расчетный счет. И вы вольны потратить их на что захотите. Причем, согласно партнерской программе, Atomy не вынуждает своих партнеров вкладывать деньги в бизнес. То есть, если, допустим, вы открываете собственный интернет-магазин, кафе или прочее, вы должны сначала вложить деньги в аренду, закупку оборудования, товар, зарплату сотрудников и тому подобное. А время, когда вложенные деньги окупятся и начнут приносить прибыль, не всегда известно и не всегда оно занимает короткий период времени. Или в мире инвестиций вам для начала нужно купить акцию за определенную сумму, но если со временем акция падает в цене, то это уже ваши потери. Или же в традиционном MLM-бизнесе дистрибьютор обязан выполнять определенный товарооборот, чтобы подтвердить свой статус или же получить выплату. В это же время на партнера Atomy не накладываются обязательства по ежемесячному товарообороту. Другими словами, партнер может развиваться в своем темпе, а не в навязанном компании. В-третьих, как это ни странно, компания не привязывает своих покупателей к товарам собственного бренда. Что же это значит? В конце 2018 года была запущена на территории Южной Кореи платформа под названием Азамол. Она тоже принадлежит Atomy, но на ней нет товаров Atomy. На ней вы скорее встретите товары с брендом Chanel, Nike, Disney, Bulgari, Yves Saint Laurent и прочие другие, которые вы знаете. При этом, покупая эти товары, вы продолжаете получать такой же кэш, как если вы покупали товары с брендом Atomy. Также к этой платформе присоединены сферы услуг, такие как доставка цветов, химчистка, автозаправки, кафе, салоны красоты. Соответственно, пользуясь их услугами, вы также получаете кэш. Вы понимаете, о чем я? Это значит, что компания создает свою экосистему, которая позволяет вам пользоваться всеми необходимыми для жизни услугами и товарами, и при этом зарабатывать и получать доход. Причем не только за своих покупок, но и с покупок людей, которые зарегистрированы были после вас. Не это ли свобода выбора, как вы думаете? Еще компания во главу угла ставит служение обществу, то есть социальную помощь. Так буквально месяц назад Atomy сделала пожертвование в размере 10 миллионов долларов в пользу Compassion Korea. Это южнокорейское отделение международной некоммерческой организации Compassion. С целью помочь детям мира, страдающим от голода и болезней. Пожертвованные деньги будут использованы на развитие инфраструктуры на Гаити, которая пострадала от землетрясения в 7 баллов в августе этого года. В рамках программы будут предоставлены предметы первой необходимости для пострадавших от землетрясения семей и детям из 46 общинных центров. Все 46 детских центров будут реконструированы. Также деньги будут направлены в проект помощи COVID-19, программа воспитания подростков для азиатского региона. Этот проект призван помочь детям и их семьям, пострадавшим от пандемии коронавируса. На церемонии пожертвования Пак Хан Гиль сказал: «Мы не должны забывать делиться, потому что мы заработали много денег. Мы не должны забывать делиться при любых обстоятельствах. Социальный вклад – это необходимость, а не выбор». Это импонирует мне во многом. Компания не призывает партнеров стремиться только к деньгам. Она позволяет заработать хорошие деньги на своей платформе, но при этом учит правильно относиться к этим деньгам, учит направлять эти деньги на благо общества. Это благородная миссия, за которую стоит бороться.
Находясь в системе Atomy, вы сможете создать для себя удивительный мир, в котором вы будете пользоваться отличными товарами, иметь финансовую независимость, статус в обществе и быть послом добра. Так я вижу компанию Atomy, и мне она очень нравится. Надеюсь, понравится и вам. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена. Желаю вам успехов в компании Atomy. На сегодня мы завершаем нашу лекцию ICC-2. Время пролетело невероятно быстро. Вам все понравилось? Оставьте свой отзыв можно в чате IBR. Напоминаю, в этом потоке спонсоры также участвуют в обучении. И если спонсор набирает больше 70 баллов, то все его партнеры в итоговой аттестации ICC-BCC получат бонусом плюс 3 балла. Разве это не круто? Желаю всем успехов! Сделанные во время просмотра семинара фотоподтверждение необходимо выслать в чат Atomy IBR до конца следующего дня. Следующая лекция блока BCC состоится 30 ноября в 14 часов московского времени. Ссылка будет выслана накануне в чате. Мы продолжим знакомить вас ближе с Atomy. На этом я прощаюсь с вами. Сегодня с вами была Наталья Козина. До следующих встреч!